московском квартале уже почти готов. Настоящий бизнес-класс с подземным паркингом, продуманный... Ну, обычно по-разному бывает. Бывает в 7 утра. Ёб вашу мать. Сезон. Премьера 20 августа в 21:30 на ТНТ. Для детей старше 16 лет. Камеди радио и телеканал ТНТ представляют. Стендап. Попала в регистрацию. Господи, помоги, Господи, спасибо. Придурок. Господи, Господи, это что такое, а? Ой, как еще остался? Едит твою мать жив. А че, он ненормальный, а? Ёб твою мать, в дуру-то, блядь, а! Твою мать! Это была прекрасная игра, Рус. Спасибо тебе большое, ты так умеешь. Пахнет писа. Это burada almaya rağmen lafladı. Ne kaç kapıyın? Şu da hep Хея. Налево уходит Гастелло, нам не на Гастелло. Стас прямо едь, короче. Такой, я себе. Ёб твою мать, на красный? Дура, что ли? А почему она на зеленый поехала? Это да, вот этот поехал. Это кто? Подожди, авария, пиздец. Прямо. Придурок! Следующий законопроект сегодня в первом чтении рассмотрит Государственная Дума, а не документ получил поддержку профильного комитета Нижней палаты парламента. Пидоры! Ё-моё! Давай-ка поворотник. Товарищи, ответы на записки потом. Один француз возвращается из командировки к своей... Козел, все, пиздец. Ой. Ёб твою мать! Придурок! Блядь! Ух ты! Блядь! Тихо, не ссать. Нас не задело. Да качо, блядь, а он-то тут при чём? Является единственным в Амстердаме подлинным музыкальным манекеном 19 века. работает с того самого дня, как им расплатился за... Пропусти вот эту москвичонку, блядь. А? Сейчас, блядь, пизданет. Кто тебя? Все. Блядь, сказала, надо было там ехать. Сучара! Куда ты поехал-то теперь? Круто! Ой, мама, я знаю, что ты... Ай-яй-яй! Сука!